Всем привет, друзья, с вами Виктанкс, и сегодня мы записываем «Спаси Голдик». Буду записывать я с легендой, поздоровайся. Здорово. Да, будем защищать ему целых три холда, но вон третий, который сейчас, вот прямо сейчас возьмут. Мне кажется, через где-то секунд 10-15. Вот первый голд мы вообще заменили очень мало. Это все режим паркур, такой быстрый «Спаси Голдик», в принципе, ох. Смотрите, если чувак возьмет с респа. А, он взорвался, он не взял. Опа, валите. Главное, вот эти два голда нужно защищать очень сильно. Два голда нужно защищать очень... Ух, тут чувак, такие пальтухи. Пальтухи, сальтухи, на. Давай, давай. Я тогда вот тут стану сейчас. Оп, и буду чуваков просто шотить. Так. Чё такое? Чё-то не взяли, что ли? Жесть. Так, не знаю... А, вот, вижу, куда стрелять. Три голда на карте, ну такой, нормик, спаси голдик, в принципе. А ну, на. Не взяли снова? Классно. А тут чувак такие сальтухи крутит вообще, смотрите, это Азербайджан вот этот виннер. На ему. Ему еще рельсы. Тихо. Оу! Нагибатор сам взял. Ой лол. Да. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, он там случайно как-то взял. Так, второй голд не взяли. Смотри, тот, который взял, его не взяли. Нет, там не, короче, много под голдом. Да-да-да, я помню. Кто-то там поставил из наших. Ладно, будем защищать такой. Кстати, следующий спаси голд планируем. Планируем следующий спаси голд сделать на маленьких званиях, то есть на мультах. У тебя есть аккаунт маленький? Отлично. Ой, снова не взяли. Короче, после этого вот тем не стоим. Сейчас там вот. Да. Так, сейчас надо блочить от этого. А я тут. Найм. Так. Нет. Да ёпта. Тихо. Взял. Ты взял? Че за спаси голд, все взяли свои. Ой, лол. А как он тебя толкнул? Просто вот он прямо издалека едет, мне толкает, видно прям, что я стою, мне прикидит толкает. Это вообще глупо. Ой, блин, а там бомбят уже все. О, с крысы. Да, он сам скинул, думаете, сам будет крестить. Блин, ну получилось так, ладно. Надо было, кстати, лгануть, конечно, в голды войти, но пофиг. А, да, вообще. Видишь, какие вы неаккуратные. Я забыл предупредить всех перед тем, как это. Так, давай твою очередь, давай быстрее. А, да, типа мне взять быстрее. Я ж могу взять, я ж такой. Свои же голды я забрал, вообще. Так, давайте. Защищаем, короче, этот голд до последнего, давайте. Чтобы хотя бы 10 минут продержать его. Так, go. Let's go. Защищаем. А тебя, кстати, толкнул кто? Из участников или из защитников? Участник, конечно. А, ок. У меня какие-то лаги такие, у меня 30 FPS из-за мин. Он, походу, по-моему, залагал, что ли. Не пойму, честно. Он нормально. Просто вот как будто он специально толкает. Блин, у меня какие-то лаки такие, у меня 20 этот, FPS. Да, у меня не пойму из-за чего, вроде бы сервер 21 наш, как всегда, но почему-то лагает. Ну ладно. Крысим голды, назову видос. Крысим свои же голды. Да. На мультах будет интересно. Да, на мультах будет эпик. Так, где они? Давайте распределимся по карте, не будем толпиться. Блин, эти лаги, конечно, меня немножечко бесят, если честно. Особенно если к минам подъезжаем. О, тут вообще лаги такие. Давай вот этого. Стоять, братишка. Сейчас бы еще я взял бы. Вообще, чтоб эпик был прям.
Это, кстати, сегодня я, ребят, участвовал. Кстати, вот, Хоша, и тебе скажу, что, короче, участвовал сегодня в Спаси Голде, там, где 100 голдов скинули. Прикинь? Сколько? 100. Ого. В двух, точнее, я участвовал там, где 100 скинули. Один я запорол, потому что у меня видос не записался. А друга приглашать не надо, так зачем? Так, вот ты возьмёт! Это было жестко. Давайте по карте рассосемся. Прям. Вот так. Ух. Блин, у меня вообще что-то. Стой, давайте я, может, что-то выключу. Давайте выключу пыль. Не, мягкие частицы выключу. Все. Я не знаю, почему у меня лагать не должно. А, у меня ж там рендер видоса, алло, я забыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то они как-то дерзко атакуют, смотри, смотри. Это заключается мне писит. Хорошо, что я игру делал. На. Чувак только выехал, ему сразу шот. Еще гоу. На. Получай. Всех паука, короче, на изи сливаем. Они в пауках, да? Да, почти все. Ой, печальки. А у тебя не МПК, Хромик? МПК. У меня рельса МПК что-то. Ну да, у тебя что. Единственное, что у меня нормально прокачано. А у меня викинг. Совсем чуть-чуть не фул будет. Вот сейчас на скидках. Кстати, слышал, говорят, 11-го, по-моему, это будет скидка. 11 числа? А это сентября? Да. Типа тинтокиста, я думаю. Не знаю даже. Не помню. Ну, кстати, возможно, да. Блин, вот сзади скилл Москвы стоит и вообще всех пропускает. Не видишь, что ли? Вот Колька, хейтер. Патимейкер. Хей, патимейкер. Блин, не достал. Надо было вас по рельсу взять, и было бы от меня больше пользы. Блин, да я вообще впритык промахиваюсь. Все, надо подальше, короче, от мин отъехать. А, кстати, уже сколько держимся? Где-то минут? Мне кажется, где-то минут 10 мы точно держимся. Все, сейчас будет просто мега скилл на рельсе. Первый. На. Ладно, я нупс. Да, рельса это круто. Вот я Громик хочу докачаться. Ну, Громик тоже круто. Хотя он не так нагибает, как тот же Молот или Смоки, но... На ему. Чувак. О, смотри, по центру. Давай я тут миню, а то что-то слишком... Потненько, скажи. Кстати, тут у меня вообще не лагает. Эпик. Тут так, мин так. Нет. Всё, отлично, пока что. Блин, вроде два голда вообще, не знаю. Угу. Два голда вскресили своих же. Блин. Вот это да. Ребят, запомни, это было все специально. Да, мы так хотели. Мы создаем спаси голды, чтобы крысить их. Да, вот так. Чтобы мы минус не ушли. А, на самом деле это шутка. Вдруг кто-то не поймет сарказм. И будет потом все контр... Ха, вы крысы! Просто вот подумайте, смысл брать свои же голды. Мы же это скидывали. Никто другой. Вот, мы с Биг Танксом. Все. Мы с Биг Танксом. Мы! Мы! Ну вы поняли. Да. Ставьте лайки, мы будем чаще скрысить голды. Если на этом видео наберется 200 лайков, мы запишем видос там, где мы скрысили 20 голдов. Да, мы можем больше скрысить. Скрысь голд. Это какой-то, можно будет канал переименовать, крысы. Крысы танкс. Я ник поменяю, крыса танкс. Да, подходит вообще. Уже мы, так сказать, начало дали этому. Стартанули неплохо мы. Уже два голда есть. В нашем архиве. Мы великие крысы. Просто на звитах не можем голды брать, если вот тут, свои же голды. Да, лучше у себя украсть. У бедных танкистов, видите, какие они пытаются взять и все никак. На тебе. Чувак так пытался, а в минусе в итоге упал. Согласен. Это у Гоши там разговаривает. Ты прям... Ну он трупаком почти взял, да. Че, он возьмет? Тихо.
На! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Прям в голде сдох! Прям в голде! Давайте быстрее! Да, давайте, отъедем. Вот, ребята, кстати, Альфа, вот можете, он матерится ужасно, это очень плохо. Да, матерится. Смотрите, он сейчас возьмет. А нет, фу. Да. Перекрывайте тех, у кого резисты там от продиж, наверное. Мы же с МПК создали, а у некоторых фул модули прокачаны. Видишь, какая тема. На. Перекрывай, перекрывай, ну то есть перекрывай дорогу ему, ну он сейчас возьмет. Не забывай, просто тараним и все. Только не возле голда тараня, то его подсаживай. На, блин, 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 блин. Нормально, нормально, нормально. Подальше от голда, подальше. Смотри, сзади. Сзади, 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 сзади. Все уже. Нормально. Этот голдик держим. Этот, надеюсь, мы не... никто из нас не заберет. Все вам в душе крысы. Наверное. Да, напиши ты ему, Яш, как бы это. Сейчас напиши, Коля, дальше от голда. На дабл. Точнее сказано. Кулечка. Смотри, смотри, возьмет, возьмет, возьмет. Ну, херач, херач, только не возьми сам. На тебе. Смотри сейчас, чуваку. Ой, он не прыгнул. Нормально. Я не хочу, чтобы Винер Азербайджан. Почему? Это твой конкурент? Он хотел меня слить, представляешь? Ух, я не хотел, я хотел услить тебя на спаси голде. Как можно такое делать? Ужас вообще. Согласен. Ужас. Блин, я по столбам стреляю. Столб на одну, столб бит. Коля, не понимаю, я ответил, что я так буду. Дальше. Коля. Так, отлично. А там какой-то чувак пишет нам, петухи, блять. Вот это, кстати, завуалированный мат и как бы за такое дает бан. Да, да, да. Поэтому, кто хочет, можете заскринить мой экран и отправить в форум. Да, я не против. Ну, я как бы не кидаю, мне не особо это все. Интересно. Вот это политухи, да? Чувак, он еще не сдох, блин, оказывается. Че, сколько мы уже где-то защищаем? Минут 15, да? Да, где-то 16 минут, по-моему, я засёк. Давайте поддаемся. Давайте поддаваться, все уже хватит. Уже так долго защищаем, мне кажется. Да, поддаваться-то как-то понять. Ну, я не знаю. Больше мы и так не минимум, а так что? Да, больше не минимум. Просто постреляй тихо, и все. Я даже пролил и буду купать. Тихо. Короче, я беру голд. Ну эпик же начало такое было, два голда в свои. Да блин, я по тому же столбу уже 5 раз попал. Капец, меня бесит. Ок. Мне прям хочется взять его, если честно. Ок, пишу. А там мои мини, ок, да не, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, пускай, пускай, пускай попробуй. Пускай попробуй. Не нарим ДД, я сейчас своим напишу, потому что наши не в конфе. Мы с Гошей только в конфе. Кстати, хочу сказать, извините, что так шумно у меня такое. Немножко зря. Да. И если у меня микрофон немножко пердел, тоже извините. Да блин, я по столбам стреляю, вата, вата. ДДшки не нарим. Не нарим ДДшки, чтобы так было проще им. Потому что так будет очень сложно взять. Давай, давай, чувак! Ай, блин! Почти. Вот там такой интересный чувак на М2 играет, он постоянно едет на мины. Хотя мина только в одной точке. Он на мины едет постоянно. Блин, бедный Васпик. Да-да-да. Васпик бедный.
ДД, не нарим. Чё, они не понимают, что ли? Бац. Бац, 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 бац. Так, где у нас? А, вот, мне кажется, ли он тут? На. А этот альфа валяет. Смотрите, давайте я его сейчас затолкаю на гол. Стой, подожди. Ой, давай, давай. Стой, я. Тихо, 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 тихо. Блин. Ну я бы затолкал, было нормально, но что-то пошло не так. Давай, если кто-то еще раз. Да, и мы ему поможем. О, вон, смотри, давай. Так, давай, давай. Давай. По-любому же билет нажал. По-любому. Давай я, моя очередь. Да сейчас я вам. Блин! Ну ладно, сори. Сори. Ты. Тихо, тихо. Ай-ай, меня чуть не убили. Ну возьмет, возьми, 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 возьми. Не надо, пожалуйста. Возьми, чувак, смотри. Да там мин много, ты понимаешь? Да не бери ДДшки. Я не хочу, чтобы я за тобой тянет, да. Ох, не могу. Что? Я сказал. Гугли могли? У них, короче, что-то значит, по-моему. Не бей ДДХ, это, блин, у тебя ДДХ. Я... А то что это? Это слишком жесткая связь с ДДшкой. Смотрите, смотрите, мало едет даже без ничего. Броню включил, когда всё, подорвался. Пошли, давай, давай, толкай, толкай. Да? Он. Кам, давайте. Это кто у нас палит? Он такой опасный, смотри. На. На-на. Давай, 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 пора. А, почти. Худы еще, как мы развернули на молоте. Он возьмет, давай, альфа. Давай, бери. Давай, давай. Ну, возьми ты. Давай. Ну. Всё, нет, не берет. Ну это жестко, а жестко, да. Ну поченько, честно, шо. Вот да. Это эпик. Эпичный эпик? Да. Пац. Эпичный спаси да. Голд на самом деле. Но зато эмоциональный. О! Давай, давай, давай. Почти, блин, ну тут мин просто много двойных, тройных, и поэтому они взрываются. Да. На те. Смотри, сейчас со всех сторон они заезжают. О, сейчас, кстати, есть... Всё, да. Всё. Ну, возьми, 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 возьми. 1, 2, 3, ха. Ай. Ну, смотрите, его разворачивает во все стороны. Да нет, ну, зачем ты его? Да пусть. Давай, 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 давай. Блин. Все, пускай берет Супер Ян, смотри. Вот это взял. Вот это дегенерат взял. Да че он дегенерат, он нормальный чувак. А, ну да, дегенерат. Слил. Ну ты, давай, вот маленькому поддать бы. Тихо. Ну все, короче, здесь мин нет вообще. Бих, я люблю тебя. Макс. Сори, но я натурал. Я не с тех, да? Да, 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 поэтому сорян. Можно даже дизлайки ставить, но сори. Хотя подумай немножко, а вдруг. О, взяла здесь пожар. Задолбал. Это твой любимец, да? Вот так вот. Ты хотел, чтобы он взял, он взял. Он мне помнишь, с тобой играли, только не заучаствовал, он мне отжал голос. Да, да, вот такой вот он. Ну, он скилловый пацан. Короче, ребят, все, спасибо за просмотр. Вот такой вот у нас спаси голодик получился. Очень такой крыса эпичнообразный. Ставьте лайк, если он вам понравился. И, в принципе, будем еще записывать подобные с Гошей. И все. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока, ребят.